Салют, друзья, у микрофона мистер Кей. Этот день настал. 10 лет назад, ровно 10 лет назад, 7 декабря 2012 года, я создал свой канал. Многое за это время прошло, много мы с вами пережили. И вот, спустя такое большое количество времени, наконец-таки настало время отметить юбилей. У меня появилась просто гениальная идея, как это можно сделать. Сзади меня стоит салют. В честь этого юбилея мы сейчас запустим салют. Вы видите, что я хреново говорю. На улице минус 15, черт побери, у меня рот замерзает, но это еще не все. В честь этого откроем шампанское. Вдова Клюко шампанское. Разопьем это все дело. Но это надо чем-то закусить. А закусывать мы это будем чизбургерами из «Вкусно и точка». Мне кажется, что это самый лучший способ праздновать юбилей. Можно было бы, конечно, сюда еще и торт привезти, но тем не менее. Что я вообще хочу сказать? Я хочу в первую очередь поблагодарить вас за то, что смотрели меня все эти 10 лет. Много контента поменялось за это время, действительно. Но самое главное, что со мной вместе выросло очень большое количество зрителей. И мне это очень приятно. Именно благодаря вам, друзья, я смог добиться довольно больших успехов. Во-первых, это 700 миллионов просмотров за все это время. Хотя основным каналом я начал заниматься только 5 лет назад. Во-вторых, это 2 миллиона и 300 тысяч подписчиков. Слушай, скажи, буквально полторы недели назад численность Земли перевалила за 8 миллиардов, а на моем канале 8 миллиардов было еще 5 лет назад. Короче, друзья, подпишитесь обязательно на Telegram, потому что там публикуются все самые важные новости и, в принципе, анонсы всего основного. Также есть мой Discord, где я с вами постоянно общаюсь. Долго затягивать не будем, потому что на улице реально холодно. Давайте уже запустим фейерверк, откроем шампанское и перейдем к делу. Короче, позвался какого-то бомжа с улицы. Он поможет мне открыть шампанское. За бутылку водки согласился. У меня нет бутылки водки. В смысле? Все так же? Я тебе налью, не переживай, там чизбургер для тебя лежит. Впервые буду запускать фейерверк. И я надеюсь, что человек, который сейчас держит камеру, все снимет. А не будет снимать луну, которая сзади находится. Снимет. Как зажигалкой пользоваться? Да мне стрёмно, пиздец. Ну все, друзья, с юбилеем, 10 лет. С Новым годом наступающим, с моим наступающим днем рождения, вас тоже с днем рождения и с юбилеем, поехали. Блять. Так, стаканчики. Ой, блядь. Бля, красиво, пиздец. Смотри. Ладно, с юбилеем. Всё. Блин, чуваки, впервые запустил салют. Охуенная тема, реально, мне очень нравится. Я впервые про бутылку попью. Ну что, с юбилеем, а где шампанское остальное? Давайте, теперь надо нормально разлить, и чизбургеры там остались. Вот этот человек слева от меня сказал, что надо купить шампанское за 800 тысяч. Откуда я возьму 800 тысяч на шампанское, даже через десятилетие? Но, тем не менее. Ну что, подписчики по рублю бы скинулись, еще лучше бы купили. Тем не менее. Ладно. Еще раз поздравляю всех с юбилеем. Мне кажется, получилось довольно классно. Также, в честь этого дела, я сделаю нарезочку с самыми популярными видео за каждый год существования канала, начиная с 2012 по сегодняшний. Маленькие нарезочки, посмотрите и продолжайте смотреть меня дальше. Всех люблю. Шалом, с вами мистер Кей. Сейчас мы будем играть за парамедика на сервере gatamudipr.ru. Поездим по вызовам, посмотрим, что из себя представляет эта работа. Салют, ребят, с вами снова мистер Кей. И такая, знаете, непредсказуемая запись сейчас возникает. Нас захватили корабль в бухте Сан-Фиера. Все, баран, рост. Арашка, не трогай, подожди, давай я посчитаю, ладно? Давайте, раз,
два и три. Поехали, давай, поехали. Обмануть бяднуму! А? Обмануть бяднуму, все, охренеть что ли? Эй, ты где сзади стоишь там, а? В смысле сзади стою? Я уже спереди, блин. Мой капот спереди тебя слышал. Куда едешь ты? Тормози, тормози, Делай что? Ты что делаешь? Ты зачем? Куда ты едешь? Смысле? О, твою мать, ты что? Ты что? В порядке все? Зачем ты так делаешь? Извини, брат, извини, брат, ты извини. Я розочкой ему пригрожу. И это, давай, попробуем. Знаешь, он стоит рядом с кассой прям. Я вижу. Ну смотри, я подхожу. Захожу за кассу, толкаю его. Ты в это время, да, берешь бабки? Ну давай, давай, забегаем. Все, попробуй. Действуем. Деньги, плиз. Ну деньги, давай, плиз, давай, быстро. Шугай его. Я не могу, оба. Иди забирай ты, бабки. Ты не можешь за кассу пройти, что ли? Как я Черт, блин, я его пырнул. Давай быстрее забирай. Действуй, действуй. Быстрее. Быстрее. Я не могу быстрее забрать забирай. Деньги. Касса закрыта. Черт, на. Все, все, могу забрать деньги. Отлично, забираю, забираю. Шоколадку не забудь забрать. Да бери сам шоколадку. Ну, твою же. Еще тебя на бабки сейчас она поставит по полной. Черт, с два. Какого хрена ты едешь, когда я, блядь, еду? Ой, какой ты злой. Сука тупая. Я помогу. Ой, ты за что меня-то? Тупая, да, сори. Тупая, Ну-ка, бей, бей. Я даю тебе ее наказали. Блин, мы того чувака упустили. Дерьмо. Коза сраная, из-за нее все. Поехали. Ди, я накажу эту сучку. Одела все, красивые колготки. Все, успокойся, Макс, успокойся, Макс. Радужные, думают, все можно. Едет она тут, крутая, фаршик из себя сделаю. За мной бегут два зомбака, что делать? Ё-моё! Ё-моё! Блин, ребята! Окей, давайте попробуем залезть на эту будку на... Оу, вы слышите это, господи? Тревор не может сюда залезть. Где-то здесь должно быть оружие, где-то здесь должно быть оружие. Здесь есть оружие. Блин, вот оружие бы здесь сейчас поискать. Здесь должно быть оружие, но за мной бегут три зомбака. Сбрасывай трап, мать его. Оу, блин. Господи. Серьезно? Всю нашу водку положили! Серьезно! Просто все, с кем мы плыли, мертвы! Обалдеть! Кто здесь умер в шахте, скажите, пожалуйста. А где? Ого! Кто-то разбился. Большое добро здесь. Давайте забирайте. Там кирка алмазная. Моя кирка это. Забрали, забрали уже. Это моя кирка. Забрали все, надо было, не спать. Так, у меня были еще таблички. Кто забрал мои таблички? Вон. Ты что, вот боишься их? Ты что, боишься их? Да. Ну тогда я сам все сделаю. Отходи. Да еб! Отходи, отходи, отходи. Я отож... Смотри! А я тебя... Ох! Ты жирного убил! Я жирного убил! Поднимай его! Поднимай жирного! Все, он встал, а я пока денежки соберу. О, ты убил? Денежки собрал. Ты жива? Какие денежки? Ты посмотри, что ты сделал. Нормально все, нормально. Дурачок, она умерла, поднимай. Она стреляет меня, что ли? Убери оружие, девушка. Все, я тоже уберу оружие. Ты посмотри, что ты сделал с ней. Ох, ё-моё. Это была наша... Стой, пожалуйста! Не стреляй, я не хочу. Тихо! Господи! Да ты дура! Убивай её! Они все по мне стреляют, я валю отсюда! Зачем? Ё-моё! Я не хотел! Стой! А мне тут хрена! Я убежал! Как зачем вы там? Ты это сделал? Ну кто просил тебя? Ребята, я решил перекрыть дорогу, стянул сюда кучу полиции, и мы готовы принимать этот поезд! Мы его остановим любой ценой! О нет! О нет, он прорвал блокаду! Стреляем из РПГ! Всем разойтись! О нет, моя машина! Господи! Его ничем не остановить! Черт! Вытащите меня из-под этой машины! Ладно, это мой последний шанс! Это мой последний шанс! Заливаем все это дело молочком. Вот так вот. Немного за борты вышло. Ну, кривой, мистер Кей, что поделаешь? Да, нормально, молока есть... Пойдет, думаю, сейчас все впитается. Заправляем все это дело как следует горчицей. Что же, друзья, наш завтрак, английский завтрак на золотой кнопке YouTube готов. У
его на датчиках. Рядышком, да, где-то. Кажется, мы сели ему на хвост. Он должен быть прямо перед нами. О, это тот самый главный. Вижу, вижу это его. Это тот дурачок. Давай, тормози его. Полиция Лос-Сантоса, немедленно остановитесь на обочине. Живо прижался к обочине, гнида. Давай, останавливайся, дурачок. Су, нифига себе он гонит. И у нас быстрый тачки, по-твоему. Тихо, да, у нас очень быстрый. Чё-то 400 км в час еле-еле. А, ну, в принципе, догнал. В принципе, догнал этого парня. Мы его догнали. А что дальше? Все, он максимум едет. Ни хрена себе, что он вперед выписывает. Я даже не знаю. Опасно его подрезать. Если мы подрежем, он сейчас куда-нибудь вылетит и разобьется ко всем чертям, я думаю. Да и пусть разобьется, главное, что никого не убьет. Дороги пустые сейчас. Чё, коробочку может зажать? Ни хрена себе. Зажимай его, парни. Так, ну, так, давай так. Его. В коробочку взял, берем его, взял, в коробочку. Взял, перекрывайте ему дорогу. Опа! Слушайте, очень быстро сработало. Класс, отлично. Выходите из машины. Выходим быстро. Так, стой, стой, тормозим. Оу. Господи, мы кого-то сбили на железнодорожном переезде, когда я отвернулся. Да что ж сегодня за день такой? Все идет как-то через задницу. О, господи, я разорвало на две части. А где верхняя часть? Куда ее унесло? Может быть, ее под поезд засосало? Черт, босс будет абсолютно недоволен таким результатом моим. Слушай, Рон, а курить рядом с ней можно? Ты не знаешь? Упс. Рон, тут что-то загорелось. Так и должно быть. Может быть, это лучше потушить, а то что-то слишком ярко загорелось. Рон, ты что молчишь? Говори давай. Рон, куда она полетела? Вернись. Вернись! Черт побери! Рон, куда улетела наша ядерная ракета? Она полетела в сторону Лос-Сантоса! Рон, это нормально? Черт побери, мы что? Запустили ядерную ракету на Лос-Сантос! Капец, как она быстро еще летит туда! Так, Рон, прыгаем в тачку. Я без понятия, что произошло, но это точно не связано с тем, что я закурил. Я надеюсь, по крайней мере. Это пламя огромное впереди. Да-да-да, это тот самый вулкан. Я не зря сказал, что это будут просто гигантские масштабы извержения. Вы только посмотрите, какой он огромный. Я вообще не знал, что в Лос-Сантосе есть настоящий действующий вулкан. Но вот спустя несколько десятков тысяч лет он проснулся и готов уничтожать все на своем пути. Но не переживай, Чоп, мы справимся с этим делом и пройдем через это вместе. И как насчет того, чтобы сбросить Луну прямо в центр Тихого океана? Это будет, наверное, жесть, но давайте это и сделаем. Ладно, что-то летит, Луна летит, Луна летит. О, господи, неужто так бы действительно было, если бы Луна упала на нашу планету? Как насчет того, чтобы натравить прямо на центр Америки еще куча инопланетных кораблей? Опа, инопланетный корабль полетел, что он будет делать? Смотрим. Черт побери, вот это взрыв он устроил! Ты чё? Он разбомбил всю Америку одним взрывом. Это просто какая-то жесть. Вы посмотрите на это. Нас атакуют инопланетные корабли. Так еще здесь и цунами одновременно. И мы уже знаем, что от Америки ничего не останется. Что мы делаем? Зачем мы уничтожаем весь мир? Я жму только газ в пол, вообще больше ничего не нажимают. А ты же тоже так решил делать? Все, ты проиграл. Да ты уже полетел. Как высоко. В порядке. Господи, где? Люди, держитесь. Ни хрена себе. Что? Ты посмотри первый, ты посмотри, куда я влетел. Я в столб влетел, от меня шасси отлетели. Да, я вижу твои шасси. Но самое главное, ты дошел первый до самого низа, до самой точки. Ну, получается, и по идее... да. Я не сделал ведь плохого никому. Так за что меня берет, не пойму. А я бычок подниму, горький дым затяну, покурю и полез домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охот порой. А я бычок подниму, горький дым затяну, люк открою, полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охот порой.